Погодка супер. Все тает, короче. 1 градус. Скользко, правда. Руль, не обращайте внимания, скрипит. Не буду смазывать. Едем, короче, туда же. Сейчас приедем. Ну, много вопросов. Где, что, как. И тогда по дороге буду идти. Расскажу. Сегодня Илюха, наверное, там соседом своим каким-то подъедет попозже. Я сейчас поеду себе место забью. Вообще, машина не едет. На месте. Конечно, оборотов много. Из-за этого. Ну ладно, ребят, уже включимся тогда на месте. Гля, на третью вообще. Третья. О, на четвертой едет. Ребят, ну а пока едем, хочу вам представить новинку от российского производителя гусеничных вездеходов Kinger Track 2. Это универсальный вездеход, лезет по грязи, по пересеченной местности, болото, ну и также плавает. Более подробно оставлю ссылочки, кому интересно, можете пройти по ссылочкам на официальный сайт и посмотреть. Ну а если, ребят, хотите, чтобы сделали на него непревзятый обзор на Kinger, пишите комментарии, ставьте лайки, и, возможно, мы на нем покатаемся. Ну, погнали теперь смотреть видосик. Смотрите, тут чеканок, сейчас будет теклинка, сейчас буду через нее проезжать. И весной мы сюда приедем, то останемся, конечно, на канале и будем. Вот теклинка, смотрите, вот она. Опа! Тут мы будем ловить сазана руками. Вот тут вот будет весной вода. И я вам покажу, как можно руками наловить сазана. Раньше ловили, без проблем. Ух, ребят, решил перекурить. Идти, конечно, далековато. Вон, смотрите, берег. Вон там все сидят в основном. Там вот 2 палатки на моем месте. Ну, как на моем, где я рыбалю. Ну, там ловится. Вроде сейчас люди шли оттуда, спрашивал. Но не люблю я вот эту грядку, кучкование. Как сидишь на грядке, народу куча, блин. И неохота. Пойду сейчас попробую более, как сказать, глубину найти. Был вот по руслу, я по речке рыбалил на водохранилище, русло старое. Хочу найти прям дем поглубже, или поворот, или может скат какой был, если не замыло. И посмотрим, может что будет там. Хочу попробовать леща поймать. Думаю, он будет на более больших глубинах, чем на 3,5. Посмотрим, если найду что-нибудь, то есть одна глубине. Вон там еще, ребят, люди сидят. Еще, блин, рано туда идти. Где-то в середине февраля, часов 20, может так где-то. Можно будет уже туда идти, там будет плотва бешено ловиться. Ну а пока рановато туда. Да, ребят, еще отвечу на часто задаваемый вопрос, где ли. Ну, я сейчас и в школу завтра, а тут надо сидеть часов до 3, и приболело на 4. Так, вот сколько. Опа. Тут, наверное. Блин, мусор, ребят, видите? Ну, фиг с ним. Вот туда. Так, давайте подгоним. Где наши луночки?
Нормально съел. Чуток туда надо. Подальше, чтобы. Вот так где-то. Нет, еще. Вот так. Чуток вот так получилось. Огонь. Туда поставлю печечку. И все будет у нас. Шикардос. Один угол уже оторвался, когда был сильный ветер. Видите, надо прошить. Где-то тут я вот так делал. По-колхозному. Оба. Погнали. Беру, ребят, с собой вот такой вот блестяшечка. Надо потолще купить. Я надеюсь, у нас скоро будет нормальная палатка. И нам вообще эта блестяшка больше не пригодится. Вот этот язычок накрыли. Ну, как более-менее. Это у нас под грибку. Так как снега нет, расставляю все предметы по кругу, чтобы не поддувало. Бутики поближе. Портфель для съемок. Печушечка. Столка. Ложу вот эту. На то место, где я буду сидеть. Вот так вот мы и мучаемся. Ящик со снастями, конечно. Прям под рукой локоть можно поставить. Прикормочка сегодня у меня новенькая. Попробуем, как будет на это. Оба. Термосок. Лимонадик. Все. Самое главное, ребят, коня надо привязать. А то вдруг ветришка ночью. Все, сидеть. Так, ребят, чуток о прикормке. Сделал то же самое, как я делаю. То ли каша, то ли сухая. Вот такая вот она получается. Я видел, наверное, уже будет на канале, потому что много вопросов. Сегодня сделал запах аниса. Добавил чуток пищевого красителя под цвет песка. И все. В принципе, наша каша готова. Сейчас мы опустим парочку кормушек. Как всегда, кормушки у меня будут в середине. Две средних лунки. Тут есть небольшое течение. Слабенькое, так как мы в жусле. Ну, это ерунда. Можно будет потом сверху подкармливать, чисто, чтобы пыль шла. Смотрите, моя мышечка, вот такая вот капелька серебряная. Сейчас, так как будет, поклевывает плотва. Я на это надеюсь. Потому что время такое. День еще. Я насаживаю по 3 мотылика. Когда будет карась, уже штук по 5 и одного посерединке. Все, ребят, 4 удочки стоит. Тишина, ни ветерка, ни поклевок пока. Ну, начнет как сереть будет. Людей вообще сегодня мало что-то. Машину не стал показывать, люди там стояли. Так, ну мы сейчас немножко разберемся. Свечки порежем, как всегда. Приготовим. Ого! Вот как так? Ну он чуть-чуть лежал, блин. Ну ничего к этому. К деньгам. А, птичка полетала. Практик, тебя обосрали. Извините за выражение. Что тут глубину посмотреть точно? Ну чуть не так. Вчера я на 3,4 стоял. Ребят, сейчас была поклевочка. По-любому плотвичка. Смотрите. Есть, да ну. Да ну. Плотвичка. Небольшая прям. Вот она. Блин. Любимая, извини. Такая, ребят, плотвичка. О, какая. Небольшая. Да тихо-тихо, леску все прям пытает. Ну приятно то, что была поклевочка уже. Это уже радует. Ну не зря, видите, насаживаю по 2 мотылька. На каждую насаживаю. Сейчас вам покажу. Вот одного она уже, по-моему, съела. Ну да, сейчас еще одного подсолим. И будет шикарно. Вообще не ожидал. Поправил, нифига себе, на игру. Блин, не ожидал. Вот это неожиданная поклевочка. Ё-моё, гля какая она, блин.
Ребята, поставил мою мышечку, вот специально нацепил без мотылочку. Видели, наверное, я так делаю. Офигеть, смотрите, какая просто. И специально насаживаю на нее по два мотылька. Сейчас подыграл. Блин, бах, сразу есть. Просто подыграл. Сейчас собирался все разложить и начать, ну, рыбалить. А это, думаю, сейчас подыграю, чтобы мотыль расправился на мормышке. Блин, ништяк. Кивочком вот этим новым удобно, в принципе. Сейчас попробуем еще на игру. Ходит она вот так вот. Не знаю, что ее смущает. Там вообще свеженький мотылик. Сейчас чуток ее подымем. Это уберем. О, есть. Блин, как я попал на раздачу плотвы. Как я этого хотел. Ух ты. Да ты ж моя хорошая. Смотрите, какая. В атаке взяла. Хорошее, ребят, начало. Тем более, все это в течение 20 минут. Не знаю, ребят, будет слышно. Сейчас шакал его будет слушать. Слышно? Прям их куча. Иногда едешь, такие, блин, чудовища они. Едешь, они лазят. Небольшая, ребят. Все равно приятно. Такая еле-еле идет. Ну как она из лунки выскакивает, красотка. Все, ну не прыгай, не прыгай. Видишь этот лес? Это из той лунки, куда я сыпанул просто. Сейчас покажу вам ее. Как она тут зацепилась-то? Ого. Ну такая, видите. Ну все равно удобненько. Есть можно и солить можно. Тем более я жареную предпочитаю вот такую вот плотвичку. Из всей жареной рыбы. Туда мне давно меня смотрит, тот знает. Смотрите, ребят. Повезло, что стоит тут эта ватка. Упала со штатива, была поклевка. Включаю, камера падает туда, в лунку. Достал он мокрый. Ну хорошо, что не глубоко успел, блин. Это вообще было бы. Мы снимались мы с вами. Ой, блин. Как мне нравится на эту удочку, как клюет. Какая рыбина. Ну, экшен камера пока снимает, ребят. Это у меня без мотылочка. Работает сейчас. Такое бодро. Оба. Без мотылочки. Сейчас вам покажу ее. Такой вот банан, или как его назвать. О, видите. О, ребят, пацаны приехали. Сейчас им глубину отобьем. Место выберем. Как дети, да? Шоколье, ребят. Пацаны, вот сейчас там одну палатку, вот тут поставит. И люк себе бурит. У него это, бужить, столбики ставить. Вой такой у них, правда. О, зелененький чай. Не угадал. Ну так бывает. Тихо, 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 подвел. Тихо, 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 пацанам тебе покажу сейчас. Вот так. Что тут? Нормально? Нормально. А что у тебя низ не закрыт? Или ты под низ подлазишь? Не, чтоб сквозило. Чтоб сквозило? Да эти свечки какие-то там маяденные. Воняет? Блин, друг, я боюсь замок сетка. Чё у тебя тут воды пол? Так,
Офигеть. А это что у тебя? Фонарик, да, такой? Да мне фонарик был. Ребят, только пришел, мне уже связал у него звук. Все, как у него тут. По-моему, у тебя вот это потухла свечка. И, по-моему, я сам бы пришел. Да? Не я. Кивки у тебя какие-то модные, да? Купил, что ли? Угу. Не, вот это ты мне давал. А, ну вот я ж смотрю. Не угадал? Телефон, да я ж смотрю. Че, уже одна или две? Вон вот свечка. Одна, нет. Так, у меня-то вот. Что-то дербанит потихоньку. Мелочь это. Мелочи дофига тут. Чай у него тут. Печенюшки, кексики. А чё? Налейте чай. А у тебя чай? Ну чуть-чуть налей давай. Попью, пойду тоже. А я свечки взял это. Потолще у меня. Нет, попущу. Я по 20 рублей брал у нас. Ребята, о. Чё сейчас будем ждать? Он попёрл. Две штуки, один карась, одна плотва. Ждем. Оп. Плотвичка по-любому. На игру, потому что взяла, сейчас поиграл немного. Хорошо так зацепило. Блин, не успел, ребят. Хаут показывает прям шевеление хорошее. Так, надо перенасаживать. А эту я не успел. Ну, движение. Так. Плотвичка хорошая, прям выдергивает леску. Вот. Опа. Иди, попьем такой вот, ребят. Так, это уже интересно. Ну, он показывает движение, надо побыстрее пока. Активно. А, ты не бзди, когда это, возле свечки. Форточки открыты, да это не поможет. Ну да. Ломается, ребят, лед у нас тут рядом сидим. Блин, офигеть, отошь наклонил. Сидим рядом у нас трещина. И прям ломается лед. Тут недалеко, метров, наверное, 10, если видели. Илюхе сказали не пугаться. А то свечки в палатке. Светим в лунку, ребят. Не могу поднять. Или бойки. Или что, не понимаю вообще. Ё-моё, ребят. Офигеть. Оп. Вот такой вот. Блин, а. Еле поднял его. Бойки такой. Смотрите, какой. Жердяй.
Да, блин, я думал, там что-то, конечно, намного побольше. Ну, просто такой упертый типок попался. Что-то шакалы уже в другой стороне, да, завыли? Они, по-моему, подходят к нам потихоньку. А ты даже рыбу, друг, не поймал. Что будешь им давать? А? Руки мою. Опа. Такой вот. Мотыль на крючок не помещается. Ой, закормишь, Илюх, клювать не будет. Ты мелочь. Выдергивает прям, видите, смотрите на леску. О-о-о. Так, не светим в лунку. Ё-моё. Вот это мелочь, да, ребят? Свеженький мотыль работает. Вот так вот это выглядит. Давай, 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 давай. Давай, карасик. Эх, ты поспешил. А сейчас будет сразу еще, смотрите, поклевка. Карась такой он. Не отходит. А это какой-то, а не, вот смотрите, ждем, пока подымет. Есть. Анисовая каша, друг. Анисовую кашу тебе надо. Макуха не то. Я сегодня с кашей колдовал. Вот все в чем дело. На канале, ребят, будет, наверное, или сюда ссылочку ставлю, как я ее делаю. И вот видите, рядом нифига, а у меня есть. Ту, ребят, не опустил. Только насадил мотылик. Да, каша чудесная. Вот она. Опа. Пошла, пошла. Тихо, 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 тихо. Есть. И тут давайте опустим. Это вроде у нас получше ловит, надо ее вперед. Работает, ребят, две, одна лунка. Не больше, не знаю почему. С тех вообще слабо остальных. Друг,
А у тебя сало копченое? Обычное? С чесноком? Нет? А лук есть? Друг? Миштяк тебе. Короче, пацаны, насадил 3, вот на 3 более-менее этой клюнул. А где пачками висит, нихера. Чё-то на эхолоте тишина вообще. А? Не понял. Да, сазан. Ё-моё. Вот это монстр. Фонарь, ребят, не буду включать. Потому что шубнём прям такой подвиг. О-о-о. Вытягивает. Нет, 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 не попускаем. Ух ты, сам будем. Хорошенький. Блин, не взять его. Опа, взял. Вот опять, ребят, где 3 опарика. Ой, опарика. Мотылька. Свеженьких. В принципе, везде уже менял. Сейчас еще сюда подсолим. Где он есть у нас? Опаньки. 2 крупненьких хочу посадить. Вообще что-то, ребят, нереально. Ё-моё, не могу поднять. Не поднимается, ребят. Ух ты. Вторую уже перепутал. Удочку. Ё-моё, не могу поднять. Не могу, ребят. Давай, 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 выходи. Ё-моё, ты, ребята, там вообще был монстр просто. Друг, это вообще кранты, блин. Чё? Он в лунку не лез, короче. Карась? Ага. Офигеть, блин, руку намочил. Офигеть, ребят, вот это да.
Да, подзамерзла. Все, ребят, вышли на берег. Сейчас буду переодеваться. И смотрите, что поймали. Оба. Ништяк. Смотрите, какая плотвичка. Напополам плотва. И вот такой вот карась. Жалко, конечно. Трофейный карась сошел. Ну, на этом спасибо. Ну все, ребят, закончил я рыбалочку. Сейчас буду прогревать машину. Стекло откорябывать. Шкорябывать. Ага. Подписываемся на канал, кто не подписан. Ставим лайки. Не забываем, если видос понравился, конечно. И до встречи на рыбалке.